рукой открыл. Хокейний клуб «Жашки» у нас утворився 4 роки назад, коли наш капітан, скажімо так, запропонував створити клуб для того, щоб ми мали можливість десь випустити пар свій. І для чого ми виходимо на лід? Ми виходимо на лід для того, щоб десь отримати задоволення, доказати собі, що ми можемо, що не лише тільки професіонали можуть грати в хокей. Все-таки хокей – це є чоловіча гра, і, скажімо так, в хокей не грає настоящі мужчини. Є хороша пісня, да? І ми її стараємося притримуватися. На сьогоднішній день, як спорт, хокей в Україні, на жаль, практично відсутній, ми стараємося хоч якимось чином допомогти цим любительськими змаганнями, участями в цих любительських змаганнях, хоч підняти якийсь дух і розповісти молоді людям, які навіть не знають, що таке клюшка, і не знають, що можна робити зимою на льоду. Я вважаю, що змагання потрібні все-таки. Це є спорт, це є красивий спорт, це є швидкий спорт. І, скажімо так, він об'єднує. Як би там не було, яка б там не була, скажімо так, звідки б не були команди, все-таки це є спорт і є він чесний, чистий і гарний спорт. Жодних питань немає, хто звідки. Ми всі на льоду, ми всі однакові. Ми всі хокеїсти. Це одна велика сім'я. Шайбу забросил Сергей Волков, номер 13, команда «Ночные волки». У нас в Білій церкві постійно проводяться зимові турніри серед аматорів, серед юнаків. Ми маємо дві льодові арени, і тому якби рівень аматорів росте постійно. Команди змінюються, люди переходять з одної команди в іншу команду. Але це є поштовхом для розвитку дитячого хокею. Тобто він популяризується таким чином. Батьки, друзі, знайомі, Фейсбук, телебачення. Ну, місто живе цим. І тому кількість бажаючих займатися цим видом спорту постійно збільшується. Тому ми як федерація, наприклад, хокею Білої церкви, ми являємося громадською організацією, ми підтримуємо, якщо є якісь там питання в когось по організації там, якихось турнірів, змагань і так далі, до нас звертаються, ми завжди, якби, чим можемо, ми допомагаємо і з владою міською співпрацюємо. Да. Стосовно майбутнього аматорського хокею, держави немає коштів, це зрозуміло.
Їх не буде в найближчий час, на це треба розраховувати. Люди самі вкладають, самі організовують. Ну, ми вважаємо, що це дуже добре, дуже хорошо, що люди займаються спортом. Звініть в ушах лихая музика атаки. Точнее отдай на клюшку посильней удар. И все в порядке, если только на площадке великолепная пятерка и вратарь. Суровый бой ведет ледовая дружина. Мы верим в мужество отчаянных парней. В хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Трус не играет в хоккей. Пусть за воротами противника все чаще победной молнией пульсирует фонарь. Но если надо, защищается блестяще великолепная пятерка и вратарь. Суровый бой ведет ледовая дружина. Мы верим в мужество отчаянных парней. В хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Трус не играет в хоккей. Красивых матчей будет сыграно немало. И не забудем, не забудем мы, как встать. В сражениях золото и кубки добывала великолепная пятерка и вратарь. Суровый бой ведет ледовая дружина. Мы верим в мужество отчаянных парней. В хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Трус не играет в хоккей. Звенит в ушах лихая музыка атаки. Точнее отдай на клюшку посильней удар. И все в порядке, если только на площадке великолепная пятерка и вратарь. Суровый бой ведет ледовая дружина. Мы верим в мужество отчаянных парней. В хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Трус не играет в хоккей. Пусть за воротами противника все чаще победной молнией пульсирует фонарь. Но если надо, защищается блестяще великолепная пятерка и вратарь. Суровый бой ведет ледовая дружина. Мы верим в мужество отчаянных парней. В хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Трус не играет в хоккей. Красивых матчей будет сыграно немало. И не забудем, не забудем мы, как встать. В сражениях золото и кубки добывала великолепная пятерка и вратарь. Суровый бой ведет ледовая дружина. Мы верим в мужество отчаянных парней. В хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Трус не играет в хоккей. В ушах лихая музыка атаки. Точнее отдай на клюшку посильней удар. И все в порядке, если только на площадке великолепная пятерка и вратарь. Суровый бой ведет ледовая дружина. Мы верим в мужество отчаянных парней. В хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Трус не играет в хоккей. Пусть за воротами противника все чаще победной молнией пульсирует фонарь. Но если надо, защищается блестяще великолепная пятерка и вратарь. Суровый бой ведет ледовая дружина. Мы верим в мужество отчаянных парней. В хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Трус не играет в хоккей. Красивых матчей будет сыграно немало.
І не забудем, не забудем ми, як встар, в сражениях золото і кубки добывала. Великолепная пятерка и вратарь, суровый бой ведет рядовая дружина. Мы верим в мужество отчаянных парней, в хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей, трус не играет в хоккей. Звенит в ушах лихая музыка атаки, точнее отдай на клюшку пас, сильней ударь. И все в порядке, если только на площадке великолепная пятерка и вратарь. Суровый бой ведет ледовая дружина. Мы верим в мужество отчаянных парней, в хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей, трус не играет в хоккей. Пусть за воротами противника все чаще победной молнией пульсирует фонарь. Но если надо, защищается блестяще великолепная пятерка и вратарь. Суровый бой ведет ледовая дружина. Мы верим в мужество отчаянных парней, в хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей, трус не играет в хоккей. Красивых матчей будет сыграно немало, и не забудем, не забудем мы, как встарь, в сражениях золото и кубки добывала великолепная пятерка и вратарь. Суровый бой ведет ледовая дружина. Мы верим в мужество отчаянных парней, в хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей, трус не играет в хоккей.